Красноярцев пригласили на трибуны. С пятницы начнутся спортивные соревнования, на которых разрешили присутствовать болельщикам. Но нужно соблюдать антиковидные правила, быть в маске, и заполняемость не должна превышать половины всех мест. Так уже завтра в 7 вечера можно сходить на хоккей в Платинум-арену или на выходных посетить матчи по баскетболу или волейболу. Мы действительно несколько месяцев вынуждены были ограничить деятельность наших как спортивных объектов, так и присутствие зрителей на матче. И могу сказать, что это было сложно, но это было достаточно, как мне кажется, жизнь показала правильность этих решений. То есть эти меры, которые в комплексном на краевом уровне принимались, они позволили снизить нам, скажем, вот этот вот порог заболеваемости